Just try to keep it in one piece, for once. Try not to get yourselves killed out there. Вам вообще можно? Только у нас сейчас пол шестеро. А тут 9 человек. Не, ну тут просто кто-то так сидит. Ты можешь сделать присоединение к игре и будешь в команде против нас. Че, где встречаем? На входе, да? Ну, вот здесь вот немножко выйди впереди. Можно засаду последней точки сделать. Не, такие идут, идут, а тут хоп, мы в конце. Да, они сильно удивятся. От неожиданности могут проиграть. Да, только у них будет офигенный запас времени. Окей. Юмор здесь не живет. Сверху, внизу, сзади. Барьер нет. Снайпер сверху, слева. Снайпер слева, сверху. Можете кто-то взять его? А, я бегу сейчас. Солдат убитый. Миша, можешь, может быть, диву переключиться? Могу переключиться, но, в принципе, я... Просто особо... именно у них снайпер есть, чтобы дивы именно против снайпера. Да, убрай, пошла. Края. Блин, хила нету. Чудите без хила. Края наверху снайпер или нет? А, Миш, 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 назад, назад, назад. Не увлекайся, там снайпер сейчас нет. Давай чуть вперед выйдем, и ту сейчас заюзаем. Ну, у нас красавчик нормально справляется. Водовой. Просто ждались. Самоубийца. Неизвестность. Минус лучник. Фару взяли. А, Миш, на фару. Угу. Сверху, сзади, солдат. Слабит. Аптечку поставил. Так, Дим, можешь поставить стенку, отсечь их? Стой, 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 не вылезай. Назад, назад. Солдат, ты на мне. Солдат, аптечку поставь. Сейчас еще одну стену позади
Без хила. Че, останусь на солдате пока? Или менять? А, пока на солдате не думаю. Уже не надо, 12 секунд. Панул не в ту сторону. А стенку можешь поставить за кем-нибудь? Вот Дива, допустим. Чё, стенки не было? Это что-то не было? А, я не убил просто. Я пытался закрыть. Play of the game. Ну это последний как-то. Да, да, последний. Вот же у тебя золото по убийствам. Да, конечно. Сколько ты минут убил? Двух? Трех. Колесом. Ну да. Просто сейчас два показали. Там не успел прописаться. Ну вот я поэтому и спрашиваю. Дим, не торопись стенки ставить. Дай себе секунду прицелиться, чтобы она точнее становилась. Если ты еще будешь озвучивать, что сейчас поставлю стенку там или стена, мне будет гораздо удобнее. Кого взять? Ну, ладно, возьму. Буду тебя разгонять. То, что ей практически не играет. I will protect the innocent. Oh, yeah! Что-то я больших отличий при игре на ультра настройках от игры на минимальных настройках не заметил. Он куда-то присматривается, что ли? У меня ультра настройки нет. Я Attack commences in 30 seconds. Ну чё, по FPS разница, да? Не, по FPS я просто поставил другую видеокарту, FPS в два раза увеличился. Сколько вот. 114. Ну там, меня... а было? А сейчас у меня... А было где-то 60. Блин, я не думаю, что это прям сильно заметно после 60 вообще. Не, я про другое говорю, в ультра настройки, в смысле там качество графика лучше. Ну, я понимаю. Ну ты же зачем так сделал? Да, но не догадаешься зачем. Ладно, играем потом. Все, все, они взяли. Yes. Из бастиона или... Да, да. Ангел минус. Забрали. Макри минус. Вверху там. Эх, пара. Ты же нам далеко. Ничего.
Смотри слева на лестнице. Ты не забывай ставить. Есть бусты. Бастион минус. Открывайся. Ах, не успел. Пока пуст. Давай. Не надо. Ну а что, зайдешь там сюда? А у меня нету чем охранить. Ну давай. Дива бежит по какому-то. Ты ловко поставил. Бастион я убрал. А там бастион был? Да, бастион не дракон. Сзади дракон зайдет. Кто-то заходит через банк. Там есть магры сверху был. Зайдешь? Давай. Ох, убил меня Макрис. Тихо. Серж, аккуратно. Меня нет. Ульту сорвал лучнику. На боссах уже говорили. Да, отлично. Бастион ультует назад. Машину трое. Макрив сзади у нас сменой остался чем-то. Это победа. Вообще без остановок. Близзарда, чтобы у нас не падала самооценка после трех игр с нормальной командой, давать каких-то полных нубов. Мы делали с ними все, что хотели. А у них один вышел. Может сейчас меня туда пустит. Epic. Thank you, thank you. Epic. Вас тоже выкинули? Тоже ищите более сбалансированный? Да. Да. Нашли. Я и с вами. А тебе надо присоединяться после того, как мы игру нашли. Ой. То есть как, когда у нас поиск игры, надо выходить, если хочешь играть против нас. Давайте придумайте быстрее. Если кто-то хочет танком поиграть, я могу хила взять. Я могу взять танк, если ты хочешь танком поиграть. Нет. Я с танком нормально, просто готов уступить.
можно взять дзеньку, но она не вытянет, по хилу нужно 2 хила, если никто не будет, я возьму этого. В игру как подключаться, когда вы уже нашли игру, да? Да, если ты сейчас там, где ты присоединишься, если только у них кто-то ливанет. Ну, этот способ так работает через раз. Кстати, здесь есть козырное место, если кто играет с вином, вот здесь вот за камушком стоять и отсюда дамажить, и сюда же прятаться. А для тех, ну, а тех, кто бегает по низу, вообще прекрасно защищает. Как сюда солдат добрался? Наверх. Кунг-фу. На форуме чаще надо бывать. А бастион слева сверху стоит. Бастион сверху стоит в окне. Давай попробуем начинать его, пока не видим. Щита нету. Их пару уже там напрошло. Бастион в окошке снайпер. Сверху Генджи. Фара. И фара сверху. Да-да-да. На крыше Генджи был. Минус фара. Бастион все так же в окне стоит. Все, ушел. Убить его? Эй. Меня бьют, меня все обижают. Вар, где же сзади? Вар, у тебя, по-моему, сзади кто-то бегает. Генжи на точку идет. По центру. Бейте, бейте его, не убегайте. Убили. Бастион слева, справа стоит. Щита нету. Макри ультует. Не вылазьте. Сзади Генжи. Генжи сзади. Рейсер. Фара убегает, валяется пока. Вынес Бастион. Точку берет. Damage increase. This is awesome. Tactical visor activated. Там снайпер. Опять Генжи залез. Генжи наверху залез. Анна где-то там постреливала. Осторожно, у меня щита нету. Лесо сверху. На базе. Вот если ты подошел чуть-чуть ближе к краю, я бы спас. Наверху там бегал. Генжи на точке бегает. Thank you.
успел вас выбить точно. Не успеем, нет. Defend the point. Objective lost. New defense point. На точку возвращайтесь. Лол, я убил Генжи один на один. Круто, причем с минимальным количеством жизни остался. Тремя. Я могу пойти на аптечку, конечно. Генжи прошел, я там понял. Они через право, что ли, пытаются? Да они по отдельности пытаются. Справа. Пара тут снизу. Тут все с правой стороны идут. Анна наверху. Упор ко мне подошел. Чтобы не промазаться. Анна поднимается слева. Танк убил, короче, всех, залетел, убил всех. Play of the game. Ему свезло, так свезло. Причем здесь везение? Да я один всех убил. Нет, не один. Epic. Excellent. Prepare to attack. Ой, не поиграешь. Ну чё, берите кого-нибудь. Если у нас будет... Дим, ты можешь вместо Крессы взять Зару? Я могу Зару взять. Не, солдат хорошо. Значит, смотрите, я сейчас попробую просто как-то ворваться туда, когда у меня щит будет... когда щит собьют. Вот, будьте готовы просто поддержать этот прорыв, пойти вперед. Соответственно, Сержу надо будет щит вешать. То есть вы в воротах не стоите, а вы проходите на точку танка. Отстреливаюсь на ходу. Неожиданно.
Я прав. Слева. Мы у них двоих минимум вынесли. Трое, а четверо, у них один сверху еще стоит. Там мы встречают. Лучник над нами стреляет. Иду вправо. Щит лучше. Нас заморозило. Это да. Надо собраться. А ульты на заре нет еще? Снайпер сверху по кухне стреляет. Снайпер минус. Как гол справа под ускорялкой. Ульта есть. Танк чуть-чуть остался. Заходите на точку. Пойдемте дальше забить там. Свиньевту остался. Слышим сзади на балконе игры, эймейт сзади на балконе. Упали вниз. Вот чем заканчивается, когда забиваешь на кого-нибудь в тылу. Ну и два минуса. Как идем? Давайте поверху справа. Стражен там лучник. Огонь,
Красота. Они на точку не зашли. Не пускали. Слушайте, а вот сейчас у меня порядок, вар, разъявель, я там и так далее. Вот на финальной картинке такой же у всех? Вроде да. Но у меня большое подозрение, что это как бы по вкладу в игру. Первого, второго, третьего там и так далее места. Не знаю. Я не мало прошу. Гайнхард, тебя... Ладно, я дневной ящик получил, хватит. Всем спасибо. Да, тебе тоже. Давай. User disconnected from your channel. Traveling to Volskaya. Освободилось место, да? Да, освободилось. Да, давай добавляйся. Ну, надо выходить. Да, сейчас. А я уже зашел. Ну, ты против нас был. А нет, я не к вам попал. Я не к вам опять попал. Сейчас, кто хотел добавиться? Серк, ты? Я хотел, да. Сейчас, кто первый сказал? Карабас, Карабас.